Детская шалость привела к пожару в одной из деревень Толочинского района. Спасателям поступило сообщение о том, что горит гараж. Когда бойцы МЧС приехали на место, во власти пламени был и автомобиль, который стоял рядом. Сообщается, что владелец постройки был в это время на работе, а ЧП он узнал от очевидцев. В ходе проверки выяснилось, что огненная стихия могла разыграться из-за опасных игр 6-летнего соседа. Родители мальчика в это время были на работе, а за ним присматривала бабушка. В результате происшествия никто не пострадал, есть материальный ущерб, поврежден гараж и машина.